Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю простой, но очень вкусный торт без выпечки. Фруктовая кислинка в сочетании с нежным кремом и шоколадными слоями. Получается очень приятное сочетание вкусов. Сначала сделаю крем. 2 яйца, 150 грамм сахара, 3 столовые ложки муки и 500 миллилитров молока. Все перемешиваю. Теперь варю крем сначала на среднем нагреве, а когда он станет горячим, убавляю нагрев на минимальный. Увариваю до загустения при постоянном помешивании. Когда крем вот так загустеет, он готов. Переливаю в другую посуду. Вот такой консистенции он должен получиться. Накрываю пленкой в контакт, чтобы он не заветрился, и оставляю до полного остывания. Когда крем остыл, он еще больше загустел. Взбиваю миксером минутки две, чтобы убрать возможные комочки. Двести грамм размягченного сливочного масла взбиваю миксером. Добавляю в несколько приемов остывший крем. Получается вот такая нежная масса, крем пышный, густой и вкусный. Три банана и 5 штук киви нарезаю кружочками. Форму я застелила фольгой, можно застелить пищевой пленкой. Первым выкладываю слой крема. Затем слой печенья. Каждую печеньку на несколько секунд обмакиваю в молоке.
Теперь выкладываю слой киви. И слой бананов. Покрываю кремом. Снова печенье. И так чередую слои до верха. Отправляю торт в холодильник на 8 часов пропитываться. Когда тортик пропитался, переворачиваю его на блюдо. Снимаю форму и фольгу. Подравниваю бочка. Сделаю шоколадную глазурь. 50 грамм темного шоколада и 30 миллилитров сливок. Разогреваю в микроволновке и перемешиваю. Украшаю торт. И 2 ложки крема я оставила, чтобы покрыть бока. Обсыпаю крошкой из печенья. Все, тортик готов. Он получается вот такой по-домашнему симпатичный и вкусный, мягкий и полностью пропитанный. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем хорошего настроения!